Привет, делюсь быстрым завтраком. Я бы сказала, завтрак для гурманов. Первое. Чтобы не терять даром время, хлеб на противне на сухом отправляю в духовку, включенную на 180 градусов на 15 минут. Теперь нужно масло сливочное и авокадо. Авокадо у меня зеленоватый, но пойдет. Вот это я всегда боюсь по руке дать. Давай, мам, помогу тебе. Держи. Вытащи его просто оттуда. Нарезаю авокадо в салатник. Ну, миленько. Добавляю масло сливочное на один авокадо. Где-то 150 грамм сливочного масла. Я добавила сухой чеснок, черный перец и немножко соли. Взбиваю все блендером. Все, пока достаточно. Перекладываю всю массу в емкость и отправляю в холодильник подморозиться чуть-чуть. Далее я беру кусочки лосося и нарезаю меленько. Кусочки лосося у нас по Украине есть сеть магазинов Сельпо, и там часто бывает по хорошей цене. Когда по акции, то хорошая цена. Когда без акции, тоже можно взять. В среднем я беру гривен на 100. Просто нарезаю. Пучок укропа помыла. Обрываю от штурпаков. Сейчас буду мелко нарезать. Штурпаки тоже не выбрасываю. Они нам пригодятся потом для холодца. Ну, не в этом завтраке, а вообще. Их хранить можно, кстати, просто заморозить в морозилке и все. Потом они такой аромат холодцу дают. Нарезаю укропчик. Все перемешиваю. Я достала масло авокадное. Наносим. Хлеб уже подсох, подсушился и даже остыл. Наносим масло. Немножко рыбы. И завтракаем. Приятного аппетита. А если вы в гостях и на завтрак подали такое блюдо или сами подали, то правильно, конечно, вот так. Вот отломили такой кусочек хлеба, который съедите за один раз, нанесли масло, сюда кусочек, ой, сюда порцию рыбы, и этот кусочек съели один раз, за один раз, чтобы ничего именно с бутерброда не сыпалось, не падало. Ну и не ставила вас в неловкое положение. Мы без выкрутасов сейчас намазюкаем бутиков, сядем и покушаем. Вам приятного аппетита!